Закончилась предвыборная борьба и закончился день выборов, скажем так, выборы еще пока не закончились. Как вы оцениваете предвыборную кампанию и сообщали ли с участков ваши представители о том, что были какие-то нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов? Ну, на сегодняшний день, во всяком случае, наши представители, которые на избирательных участках, никаких серьезных инцидентов, во всяком случае, у нас была полная подготовка, если вдруг что-то как-то, то мы должны были сами подавать те заявления, те жалобы на месте. Если в окружной совет и на участке жалоб нет, то значит все в порядке. То есть, в принципе, никаких жалоб не поступало, выборы прошли? В всяком случае, в штаб, как нам не поступало, я не знаю, на избирательном участке не подавали что-то из жалоб? Или ну, вот мы были в окружном совете, в принципе, там никто из кандидатов не отмечает каких-то особых нарушений. Что касается предвыборной кампании, были ли, на ваш взгляд, какие-то моменты, которые бы говорили о нелояльной конкуренции кандидатов? Мы провели 155 встреч. Встречах нормально проходили, без никаких инцидентов. Хорошо. И второй вопрос. Сейчас уже поступает первая информация из участков. Какая есть информация, какие перспективы у вашей партии? Что будет? Ну, какие перспективы? Будем работать и дальше, так как работали, никаких изменений. Есть уже какие-то проценты, там, я не знаю, результаты? Ну, проценты есть предварительные. Дождемся окончательных результатов, посмотрим, то, что добиваются все цифры, посмотрим, какие они есть. Ждем утверждения судом всех мандатов и всех результатов, мы после этого будем определять. Ага, то есть пока у вас еще каких-то конкретных цифр, которые мы говорили? Да, мы все цифры ждем все протоколы. Сейчас есть предварительные первые 10, по итогам будем принимать их. Ну, оптимизм есть или нет? Конечно. Есть всегда оптимизм. Есть. Ну, уже хорошо. Тогда хорошо. Еще фотографию сделаем.